Добрый день. Предлагаем вашему вниманию распаковку индукционной варочной панели ШТОВ модель I3S20B Black, то бишь черного цвета. Значит, что у нас тут на этикетке указано? ШТОВ, индукционная варочная панель I3S20B Black. Тип индукционная, напряжение, частота 220-240 вольт, 50-60 герц. Количество нагревательных элементов 2 штуки. Ну, то есть это домино в простонародье. Фронтальная левая зона, диаметр 60 мм, 1300-1500 ватт. Задняя левая зона, диаметр 180 мм, 1900-2200 ватт. Общая номинальная мощность 3600 ватт. Вес брутто 3,25 килограмма. Изготовитель. Сделано в Китае, дата производства. Все как положено. Внимание, данное устройство должно быть установлено в соответствии с действующими в настоящее время правилами. Импортер. Вот такая вот. Что могу сказать? Хорошая упаковка. Плотный картон. Сейчас мы посмотрим, что внутри. Так, мы ее вскрываем. Открываем. Хорошая упаковка, да, плотненько все. Все, тут ничего при транспортировке не нарушится. Это хорошо. Да. Что тут у нас? Пачку в сторону. Достаточно длинный, около метра длиной. О, значит, пластиковая. Это хорошо. Этикетка. Кулер, что я вижу. Вот, кстати, многие не знают. То есть, видите, вот этот металлический вот. Вот такая вот металлическая направляющая. На нее нужно установку делать. Панели. Так, что еще здесь? Две конфорки. Сенсорное управление, включение, так, защита от детей есть, так сказать, бустер здесь есть, так, функция stop and go есть, и здесь еще присутствует таймер. Кстати, еще инструкция по эксплуатации, очень хорошо запакована. Так, инструкция по эксплуатации. Значит, для установки. Значит, эти крепежи для установки тоже. Они, кстати, вот прикручиваются. Надо посмотреть вот здесь. Вот с одной стороны и с другой. И вот с этой стороны. Вот эти вот, значит, крепежи. Гаечки все. Мультики здесь есть. Вот это, ну, вы уже, наверное, догадались. Это идет по периметру. Уплотнитель. Вот, что у нас тут еще? Так, содержание, техника безопасности, установка, инструкция по эксплуатации, уход и обслуживание. Все. Так, чертежи я вижу, чертеж, схема установки есть. Установка пенопластной прокладки. Есть. Ну, тут подробно все. Очень хорошо. Схема подключения есть. Здесь три варианта схемы подключения. Меры предосторожности.
присутствует. Так, описание. Ну, тут все очень хорошо. Очень хорошо все. Так, я вижу, что инструкция универсальная для двух конфорочных панелей и для четырех конфорочных панелей. И разный вид сенсоров здесь я тоже вижу. Да, для трех конфорочных тоже есть инструкция. В общем, инструкция по эксплуатации универсальная. Очень подробная. Очень такая толстая книжка. Использование варочной панели. Блокировка от детей. Все подробно. Как используется пауза, как используется таймер. Использование таймера в качестве минутного напоминания. Установка таймера для выключения конфорки. Очень подробно. Детектор посуды и другие предметы. Автоматическое отключение. Защита от перегрева. Защита от утечки жидкости. Рекомендации по приготовлению. Выбор уровня мощности. Рекомендованное. Тоже есть подсказки. Проверка неисправности есть. Ошибки вот они вот здесь указаны, если какие-то появляются. Обслуживание варочной панели. Ну, очень хорошая инструкция. На этом